Жители аварийных домов в Суоярви празднуют новоселье. На днях они получили ключи от новых квартир. Администрация района – лидер по темпам расселения. Из первоначальной 1000 аварийных квартир уже расселено порядка 600. Как рассказал в социальных сетях министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Осыпнов, второй дом планируют ввести в эксплуатацию уже в ноябре.